Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Актуальное интервью». На календаре четверг мы по традиции говорим про медицину. По данным ВОЗ, треть населения Земли инфицированы вирусами гепатитов. В мире насчитывается около 2 миллиардов человек, инфицированных вирусом гепатита Б. Около 130, если быть точнее, до 170 миллионов человек вирусом С. И ежегодно регистрируется около 1,5 миллиона случаев заболевания гепатитом А. Как понять, что человек болен? Может ли гепатит привести к раку печени? И как себя обезопасить? Вот обо всем об этом мы не только поговорим сегодня с нашим гостем. У нас в студии Юлия Владимировна Стоян, врач-инфекционист Ангарской городской больницы. Юлия Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, наверное, такой главный вопрос, с которого, я думаю, что мы начнем. Вот каков процент заболеваемости? Потому что сейчас все-таки данные, которые приводит ВОЗ, насколько они актуальны, да? И вот если мы говорим все-таки о России, вот каков этот процент? У нас есть сейчас статистические данные по итогам 2023 года. 2024 год еще у нас не завершен, поэтому цифр новых нет. Если касаться 2023 года, то заболеваемость в прошлом году хроническим вирусным гепатитом С составила 31,6 на 100 тысяч населения. Если касаться хронического вирусного гепатита Б, то заболеваемость составила 8,45. Острый вирусный гепатит Б 0,33 на 100 тысяч населения. И хронический Б 0,54 на 100 тысяч населения. Ну, надо сказать, что если вот говорить о С и Б, то С достаточно высок процент, ну, да. Так, заметно высок. Да. Да? Ну, помимо С и Б существуют еще какие виды? Это гепатит А и гепатит Д, если не ошибаюсь. Да, ну, гепатит А это... Болезнь грязных рук, да, это несколько другая, это можно отнести ее, ну, грубо говоря, к кишечным инфекциям. Хотя это не так, но что-то из этого. А вирусные гепатиты Б, С и Дельта – это гепатиты, которые имеют одинаковые пути передачи, парентеральные, то есть через кровь и половым путем, и могут приводить к хронизации процесса, соответственно, к циррозу печени и к раку печени в будущем. Но, тем не менее, вот, Юлия Владимировна, если все-таки проводить вот какую-то определенную, ну, скажем так, вот динамику, да, развития заболевания, или, наоборот, говорить о снижении, вот сегодня каковы у меня вот эти цифры? Вот остаются на прежнем уровне? Или действительно вот гепатит С всегда был в лидерах и так и остается? Ну, хронический вирусный гепатит С, у нас нет особой тенденции к снижению. Было определенное снижение в 2000 году и 2021 году. Но это связано, сами понимаете, с тем, что был ковид, и выявление... Просто было... смазывается, да, статистика? Да, да. Было за счет меньшего выявления. А выявление меньше было за счет меньшего объема обследований. Вот и все. А если сравнивать с предыдущими годами, то она примерно на одном уровне. Если есть снижение, то совершенно небольшое. Тем не менее, вот сразу вспоминаются, говоря о гепатитах, вспоминаются вот эти картинки, плакаты из школьной жизни или, может быть, из поликлиник, да, когда гепатит А – болезнь грязных рук, гепатит С – нужны там вот такие методы профилактики и так далее, да. Но вот, тем не менее, как, скажем так, пути инфицирования, вот каковы эти пути инфицирования чаще, как люди заболевают? Но если гепатит А, то фекально-оральный механизм передачи подразумевает три пути передачи. Это водный, это пищевой и контактно-бытовой. На современном этапе все-таки мы чаще всего встречаем контактно-бытовой или пищевой. Водный путь передачи он встречается, как правило, когда есть неблагополучие, войны, какие-то чрезвычайные природные ситуации возникают, тогда водный реализуется, и это сопровождается большими вспышками заболевания. Сейчас мы имеем спорадические случаи, гепатит А встречается крайне редко. А гепатит Б, С и Дельта – это те гепатиты, которые вирусы, которые передаются через кровь и половым путем. Соответственно, если исключить данные механизмы, можно им и не заразиться. То есть бытовым путем гепатитом С и Б, например, заразиться невозможно? Ну, это его нельзя назвать, что это бытовой путь, понимаете? Потому что он реализуется при соприкосновении вируса с кровью. А это, если, возможно, вы имеете в виду, что использование общих бритвенных принадлежностей. Например, кстати, да. Нет, это не бытовой путь, это будет гемоконтактный путь.
Вот как? Да. А вот тогда в продолжении темы, Юлия Владимировна, вот расскажите, чтобы обезопасить наших телезрителей, да, и максимально вообще ограничить от вот таких заболеваний, где нужно себя поберечь? Вот я так понимаю, что это парикмахерские, если вы начали говорить о бритвенных каких-то принадлежностях. Во-первых, это, конечно, гигиена. Каждый человек должен обязательно иметь свои бритвенные, маникюрные принадлежности, зубные щетки, расчески. Потому что очень часто в семье встречается, что пользуются вот этими принадлежностями вся семья. Потом это безопасное сексуальное поведение. Если это постоянный половой партнер, то это должна быть верность партнерам. Если это разные партнеры в силу каких-то обстоятельств, это использование барьерных средств защиты, презервативов. Ну, конечно, если касаться гепатита Б, то нужно поставить прививку от гепатита Б. Сейчас это доступно, и все дети наши, начиная с 97 года, привиты от гепатита Б. И взрослое население мы тоже вакцинируем. И согласно национальному календарю прививок, все взрослые люди до 55 лет могут поставить прививку, если они не привиты. И более того, я им настоятельно рекомендую это сделать. Мы вернемся к теме прививок, еще обязательно об этом поговорим. Вот в продолжении темы, какие еще места, скажем так, вот я не знаю, посещение маникюрных салонов там, да. И так далее? Нужно всегда выбирать проверенные салоны, если это тату-салон, если это салон красоты, маникюры, педикюры, парикмахерские. Если это проведение пирсинга, каких-то косметологических процедур, которые сопровождаются инъекциями, это должно быть проверенные организации, проверенные услуги там, где соблюдается противоэпидемические мероприятия. То есть используется одноразовый инструментарий, используется краска для, например, татуажа только для одного человека, для одного клиента, а не для всех. Если говорим об Ангарске, да, вот часто ли обращение к вам за помощью как раз-таки пациентов? Хочется понять, насколько все-таки вот высок. Часто. Часто? Да, часто. Может ли гепатит привести к раку? Да, конечно. Какие виды и каким видом рака? Хронический вирусный гепатит Б, хронический гепатит Б плюс дельта и хронический вирусный гепатит С, они все могут, все три вида этих гепатитов могут в 25-30% приводить к циррозу печени, и от 5 до 10% из этих людей переходит в рак. Юлия Владимировна, ну и все-таки, как понять, какие симптомы, какова симптоматика заболевания, как человеку понять? Потому что не случайно такой термин, по-моему, если не ошибаюсь, это гепатит С, ласковый убийца, да, его называют иначе, вот потихонечку там развивается в организме, а человек об этом может даже и не догадываться. К сожалению, вот эти хронические вирусные гепатиты, они в большинстве случаев протекают бессимптомно. Человек ходит и не знает, что он болеет. У некоторых может быть смазанная картина по типу усталости, недомогания. Как говорится, проснулся и уже устал. Могут быть какие-то внепеченочные проявления по типу васкулитов, артритов, поражения почек. И поэтому, к сожалению, такой вот яркой симптоматики хронические вирусные гепатиты Б и С, они не имеют. И люди длительное время ходят и не знают об этом заболевании до тех пор, пока по какой-либо другой причине не обращаются в лечебную сеть. И при обследовании у них это как находка. И тогда уже запускается механизм по диагностике этого заболевания. Ну вот, потому как президент дал поручение разработать правительству мероприятия по снижению заболеваемости вирусным гепатитом С к 2030 году. Разработан план мероприятий, выделены средства для раннего выявления и для лечения этого заболевания. И с июля 2024 года в дополнительную диспансеризацию было введено обследование на антитела гепатиту С. Это исследование будет проводиться в рамках дополнительной диспансеризации один раз в 10 лет. И люди, у которых выявлены антитела гепатиту С, они будут направлены к инфекционисту для того, чтобы уже определиться, есть ли заболевание или нет. И если есть, то, конечно, его лечить. Что бы вы порекомендовали нашим телезрителям, как
часто и что необходимо делать для того, чтобы выявлять и на ранней стадии уже начинать лечение? Ну, во-первых, люди, у которых было либо рискованное поведение, либо которые в анамнезе когда-то имели переливание крови, оперативное лечение, особенно до 1989 года. Люди, которые ведут беспорядочную половую жизнь, им нужно обязательно обследоваться, хотя бы вот, если они до этого никогда не делали и не обследовались на гепатиты, они могут в рамках, опять же, дополнительной диспансеризации пройти это обследование. Это сдача крови? Да. Ну, это, наверное, основные анализы. Да, да, это сдача крови. И такой вопрос. Вот вообще, скажем так, положена ли группа инвалидности тем, кто вот болеет гепатитами? Такие вопросы часто встречаются на разных форумах, да, когда вот... Если это просто вирусный гепатит, хронический вирусный гепатит С, без осложнений в виде цирроза печени, в виде рака печени, то нет. Это абсолютно трудоспособные люди, они могут точно так же трудиться, работать, жить полноценной жизнью. Ну и, наверное, самый такой основной вопрос, лечатся ли гепатиты. Ну вот из того, что я вот слушаю вас, и мне кажется, что да, сегодня, наверное, медицина все-таки нашла способ. Ну, хронический вирусный гепатит С, да, конечно, лечится. Практически 99-100% случаев можно излечить от гепатита С. Есть некоторые сложности у людей, те, которые ранее лечились от гепатита. Ну, это на сегодняшний день у нас пока небольшая когорта таких пациентов. Но хронический вирусный гепатит Б, к сожалению, излечить мы не можем. Но есть определенные показания для назначения противовирусного лечения, чтобы замедлить прогрессию этого заболевания. Но эти люди, которые находятся на пожизненном, то есть если они начинают принимать противовирусную терапию, как правило, если они ее не бросили по каким-то причинам, это лечение очень длительное и по итогу пожизненное. А может ли женщина или мужчина, да, скажем так, вот с таким заболеванием хроническим стать родителем, например, конечно, да, выносить ребенка здорового? Конечно, и да. Все это сегодня возможно. Юлия Владимировна, ну и в завершение нашей беседы, да, все-таки, как всегда хочется эту волшебную таблетку, тем более от врача, услышать, да. Вот расскажите, наверное, вы уже затронули тему вакцинации, это, наверное, основной способ профилактики. Ну, для гепатита Б, да, это основной все-таки способ профилактики, эффективной профилактики. Поэтому я всех взрослых и всех непривитых я приглашаю в поликлинике по месту жительства, по месту прикрепления полиса. Приходите, вакцинируйтесь обязательно, защитите себя от этого страшного и, по сути дела, неизлечимого заболевания. И тем самым в какой-то мере вы можете и профилактировать развитие у вас рака печени. Ну и, наверное, еще помнить о тех рекомендациях, которые вы сказали чуть выше, как все-таки, да, не как себя обезопасить в тех или иных ситуациях. В общем-то, я думаю, что для взрослых людей здесь, наверное, ну, в общем-то, все понятно. Ну и та самая диспансеризация, в том числе со сдачей обязательных анализов, она, конечно, может на ранних этапах, да, или вообще, в принципе, понять, болен человек, да, или нет, да, да, что это тоже все необходимо. Для нас, конечно, очень важно на ранних стадиях выявить это заболевание, но для начала нам нужно вообще определиться, есть у человека это заболевание или нет. И если оно есть, то уже дальше уточнять, что мы можем предпринять, подобрать схему лечения, наиболее подходящую для этого пациента, и его излечить. Потому что на сегодняшний день у нас существуют программы для бесплатного лечения гепатита С. И задача пациентов только обратиться. У них есть всегда выбор. Человек может лечиться и за свой счет, если у него такие возможности есть и есть такое желание. Это дорогостоящее лечение? Да, к сожалению, да. Это дорогостоящее лечение, но не задача врача считать бюджет пациента. Да, это, мягко говоря, признак дурного воспитания. Поэтому мы предоставляем возможности любые для пациента. Хочет, если человек, пожалуйста, за свой счет лечится. Хочет на программу встать, пожалуйста, но есть определенные требования для того, чтобы встать на программу.
Но я думаю, что если вот сейчас, допустим, у некоторых, может быть, ангарчан, наших телезрителей, возникли некоторые сомнения по поводу состояния своего организма, то, наверное, это прежде всего не сразу к врачу-инфекционисту, да, конечно, а обратиться для начала, сдать анализы. А потом уже, даже если вдруг что-то показало, то дальше, я думаю, всю процедуру, как раз-таки, Юлия Владимировна, вы пациенту и объясняете, что дальше, в какие программы встать и участвовать. Конечно, чтобы... конечно. Я еще раз повторюсь, что сейчас на гепатит С можно обследоваться в рамках дополнительной диспансеризации. Это хорошая возможность обследовать организм человека. Во-первых, дополнительная диспансеризация, она нацелена на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, рисков сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний. И вот теперь еще и на гепатит С. Поэтому все, кто не прошел еще в этом году диспансеризацию, я настоятельно рекомендую ее пройти. Опять же, обследоваться на антитела гепатиту С. И если в рамках вот этого обследования будут выявлены антитела гепатиту С, то да, эти пациенты могут записаться к инфекционисту и подойти на прием. В дальнейшем уже я буду как инфекционист разбираться, есть ли это заболевание, и если есть, то подбирать лечение. И рекомендовать уже, конечно, и программы, и обсуждать уже более детально и более предметно конкретному человеку. Спасибо большое, Юлия Владимировна, за ответы и за те советы и рекомендации, которые сегодня прозвучали. Спасибо вам большое. Пожалуйста. А вам, уважаемые телезрители, я напоминаю, что это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о гепатитах с врачом-инфекционистом Ангарской городской больницы Юлией Владимировной Стоян. Ну что, остается только добавить. Берегите себя и будьте здоровы. Всем доброго. До свидания.